Известный, находясь в помещении магазина, расположенном на территории города Богуслана, имея умысел на хищение чужого имущества, тайно, путем свободного доступа, умышленно из корыстных побуждений, похитил одну бутылку элитного алкоголя стоимостью почти 2000 рублей, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылся, чем причинил имущественный ущерб. В настоящий момент сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража.